Из солнечного района в Хабаровск по жизненным показаниям вертолетом МЧС эвакуирован 11-летний мальчик, пострадавший во время пожара, случившегося в поселке Дуки вечером среды. Ребенок получил обширные ожоги и был доставлен в ближайшую больницу, в поселок Березовый, расположенный в 30 километрах от места ЧП. Здесь же находится и пожарная часть, откуда на тушение выехали расчеты. Врачи, осмотрев ребенка, поняли, что своими силами не справится, и запросили срочный санитарный рейс. Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС вылетел в Березовый утром следующего дня. В пути воздушное судно было 2 с лишним часа. На борту находились специалисты Центра медицины катастроф, которые на обратном пути следили за состоянием ребенка и купировали нежелательные симптомы. Мальчик госпитализирован в хабаровский стационар. По сведениям пожарной охраны, в момент возгорания ребенок был дома один, его родители находились на работе. Ему удалось самостоятельно выбраться из горящей половины двухквартирного дома, пожарных и врачи вызвали соседи. Караулу удалось отстоять соседское жилье, пострадавшая семья стала бездомной. Причина ЧП устанавливается, ребенку оказывается медпомощь. С места происшествия Юлия Рябцева по материалам МЧС.